13-й аркан судьбы – энергия жизни, смерти и трансформации. В плюсе люди 13-го аркана обладают сверхспособностью. Они умеют трансформировать не только свою жизнь, но и жизнь другого человека. Если человек 13-го аркана ворвался в вашу жизнь, вы 100% уволитесь с ненавистной работы. Вы закончите отношения, которые очень долгое время не могли закончить. Вы наконец-то переедете в тот город, о котором мечтали. Люди 13-го аркана найдут для вас подход, найдут именно те слова, которые станут спусковым механизмом для вашего действия. Точно так же, как они меняют судьбы других людей, так же они меняют постоянно и свою судьбу. В плюсе их жизнь состоит из многих-многих циклов умирания, завершения чего-то и рождения, начинаний, каких-то новых начинаний. И они кайфуют в этих изменениях. Их жизнь в плюсе постоянно меняется, и они идут вперед смело к этим переменам. Минусы 13-го аркана. Мы помним, что 13-й аркан – это энергия перерождения. Перерождение складывается из двух циклов – из рождения и смерти. Рождение и смерти. Это и дает перерождение. Так вот, в минусе – это люди, которые зациклены на смерти. Люди, которые могут в буквальном смысле слова безответственно относиться к своей жизни. Люди, которые любят экстрим, такой необдуманный часто бывает. Или люди, которые наоборот очень сильно боятся, патологически боятся смерти. Это как вариант, если мы говорим о буквальной смерти, о физической. И люди, которые часто зависают, ну скажем так, в метафорической, в условной смерти. Что это значит? Это люди, которые не могут поменять что-то в своей жизни, не могут переехать с места на место, не могут расстаться с каким-то человеком, с которым отношений уже нет, не могут сменить работу и так далее. Поэтому задача 13-го аркана, людей, у которых этот аркан есть в матрице, уметь меняться, уметь закрывать старые циклы и переходить к новым. Еще очень важный момент по 13-му аркану. Если ваш 13-й аркан стоит в визитной карточке, то есть вы родились 13-го, или где-то в позиции для себя в первом предназначении до 40 лет, это может значить несколько моментов. Первое, что вас не хотели родители, либо родственники ближайшие. То есть ваше рождение, приход в это воплощение был связан с определенными трудностями. Возможно, мама вас носила с какими-то страхами, что она не справится, что не будет денег, что боялась рожать вас. Возможно, роды были сложными. То есть энергия жизни и смерти говорит нам о том, что ваш приход в это воплощение был на грани жизни и смерти. И, конечно же, часто это может означать, если 13-й аркан стоит в позиции в хвостике. Помните, мы считали в предыдущем ролике, в прошлой жизни, что вы рано умерли. Поэтому в этой жизни, в плюсе, конечно, у вас будет жажда жизни, жажда эмоций, жажда путешествий, новых встреч. И вы будете хотеть познать как можно больше, научиться разным навыкам, познать разные профессии. И вы как будто будете проживать за одну жизнь много разных ярких, классных, интересных жизней.